Celsius to Fahrenheit. First, we need a button for degrees Celsius and another one for Fahrenheit. Also, a text box to enter the data, and a label that shows the output results. After finishing the app design, we want to build the code blocks. I hope you will enjoy this tutorial, and if you like this please video don't forget to subscribe to my channel. Похоже с ума, сумма в карманах у нас немала. Малая смотрит всю ночь на меня. Два виски с колы, детка моя. Из клуба ночью на машине тебе заберу. И не сказав родителям, на море увезу. Мы будем пить вино, потом пойдем смотреть кино. А после отвезу к утру тебя к себе домой. Дикая львица, ты моя царица. Сок твой марихуана меня зачаровала. Нужен алкоголь, но же выпьем за любовь, yeah. Тихая львица, ты моя царица. Сок мой марихуана меня зачаровала. Тихая львица, ты моя царица. Нужен алкоголь, но же выпьем за любовь, yeah. Я побегу за тобой, но любой, кто обидит тебя, стану войной. Нет, ты не супер, супергерой. Это было холодно порой. Между нами разгорелись пожары и ссор. Осколки, я снова басой. Это не любовь, чертово колесо. Я хочу сказать тебе обо всем. Из клуба ночью на машине тебе заберу.